23 мая, понедельник. Заканчивается 89-й день полномасштабного вторжения российских войск на Украину. Днепропетровщина переживает наибольшее количество сирен воздушной тревоги на своей территории за последние 3 месяца. Помимо всего, имеем прилеты. Первый удар пришелся по Павлограду. Еще 3 ракетных удара по Синельниковскому району. Данные о пострадавших и разрушений уточняются. Российские оккупанты продолжают обстреливать Криворожский район. Сегодня обстреляли 2 села. Благо, без пострадавших. Хочу пожелать всем тихой ночи. Берегите себя. Берегите родных, близких. Пусть вам Бог даст терпение, сил, уверенности, веру. Все будет добре, все будет Украина. Победа за нами.